Серебряковский зал Одесского худмузея, который прославился текущей крышей и десятками ведер, установленных на полу во время дождя, перевоплотился. Крышу отреставрировали, световой фонарь полностью отремонтировали, пол оцеклевали, а также установили систему кондиционирования и освежили стены. Новую жизнь залу подарили за счет средств меценатов и самих посетителей. Около года назад волонтеры инициировали здесь проведение лекций, творческих вечеров и концертов, а также продавали символичные сувениры. Популярность экспозиции возросла, а на проблему зала обратили внимание ценители культуры и искусства. Увеличился контингент, расширился контингент. То есть сейчас мы можем предложить всевозможные виды мероприятий и для детей, и для самых взрослых. Для сравнения, еще год назад музеи пол застилали полиэтиленом, а воду с потолка после дождя собирали ведрами. Световой же фонарь не ремонтировался еще с 1970-х годов. Поликарбонат, срок годности которого 5-7 лет, он просто растрескался, и вода просто текла. Вот, собственно, с крыши вот в этот фонарь. Работы отсыревали, работы пересыхали.